2 июля, 17-й год, Харьков. Как там в поговорке, бесконечно можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь, ремонтируются дороги. То есть не то, что сильно хотелось бы на это смотреть, но приходится. Пару месяцев назад снимал здесь же. Находилось все примерно в таком же состоянии. Конечно, стороннему наблюдателю тяжело определить, это дорога на этапе разрушения или на этапе ремонта. Но так как я здесь был, могу только констатировать, что дорожные работы являются наглядной демонстрацией теории неубывания энтропии Вселенной. Или если по-простому сформулировать, можно так, наверное. Чтобы вы не попытались упорядочить, Вселенная это добавит бардака. Ну что, конечно, ремонтные эти работы начали по Харькову носить какой-то спорадический характер. Налетают на какой-то непонятно как выбранный район дорожные рабочие, как диверсионно-разведывательные группы, привносят хаос и исчезают, растворяются в зеленке. Ладно, будем посмотреть. Ям уже поменьше, чем 2 месяца назад.